Друзья, всем доброго здравия, с вами Тихий Уголок Деревни. Всем большое спасибо, кто беспокоился за наше здоровье. Мы все живы и здоровы, чего, как говорится, и вам желаем. Дальше продолжаем мы смотреть за своим хозяйством и показываем, какие у нас новшества или нововведения, или же что у нас изменилось за это время, пока мы немножко болели. Давайте, смотрите вместе с нами, оставайтесь с нами. Я вам показываю. Итак, смотрите. Индюшки гуляют. Индюк старый, или не знаю какой он, серый индюк, черный. Гусак холмогор. И что интересное, видите, это белая гусыня. А рядом с ней серая. Так вот, друзья, серая — это не гусыня оказалась, это гусак. И вот они гуляют по парам. Обратите внимание, видите, это пара молодая, а та пара старая. Но второй пары нет. А где вторая пара, я сейчас вам покажу. Это здесь я складирую навоз, чтобы потом его вот вывести его. И видите, около навоза место. Это вот гусыня вела здесь гнездо. И обратите внимание, сделала вот два гнезда. И старая гусыня уже находится на гнезде. Вы знаете, я не собираюсь здесь за ними как-то ухаживать. Они должны жить сами по себе. Будет здесь дверь открыта, они должны будут заходить, нестись. Значит, старая на своем месте, как говорится, молодая на своем месте. По поводу молодой я вам покажу чуть позже, что с ней. Мы ждем сейчас, что старая нам принесет. Ну, а наши бяшки гуляют. Вот они, бяшки, гуляют. Вы куда? Куда вы собрались? И Яшка вместе с ними гуляет. Ой, все красавцы здесь. Да? Чего так внимательно смотрите? Яшка, ты куда побежал? А? Яшка, все твои здесь подружки. Обратите внимание, видите, Ярочка. Она боязливая. И у ней бока большие. И вторая Ярочка у нас тоже вот здесь. Бока тоже большие. А это, друзья, мы ждем тоже приплода. Но это не скоро еще будет. Это не скоро будет. Ну что ты, друг? Ну что ты, друг, да? Грязный нос. Зачем ты со мной бодаешься-то, да? Эй, Белелёб, халёся девочка-то. Белелёб, халёся девочка. Все, не надо. Я в чистом. Яшка. А вы, девочки, чего хулиганите? Чего так разнервничались, а? Кстати, друзья, девочки тоже гуляют с мальчиками уже, вот с такими вот бурыми такими вот красавцами. И также ждем от них приплода в виде яиц. Но это, видимо, еще не скоро пока будет. Яшка, красавец, а? Так что, друзья, такие у нас дела здесь, такие у нас новости. Оставайтесь с нами, смотрите дальше. Интересно, а где старая гусак? Неужели пошел к своей любимице? Сейчас мы посмотрим.
О. Старая гусыня, конечно, нравится, как она там сидит в гнезде. Ну, Степа, а ты что сюда пришел-то? Что ты ей мешаешь-то? Я знаю, что ты защитник. Ты защитник, я знаю. Но ты видишь, где она находится? Ну не мешай ты ей, да. Да не мешай ты ей. Иди выйди на улицу. Нельзя. Никуда твоя девочка не делась. Видишь, сидит в гнезде. А вы куда бежите? Кстати, друзья, когда гусыню я загонял сюда, как бы на гнездо, с ней, естественно, зашел гусак. Когда я его выгонял, смотрите, видите, пришлось с ним подраться. Конечно, каждый будет за свою любимую подраться. Видите, какой бойкий там гусак. Так что я не мешаю им. Сами разберутся. То есть, как природа сама сделала, так оно должно и быть. Человек туда не должен вмешиваться. Правильно? А? Яшка. А, Яшка? Вот все отдыхают. Лежат. У вас тут сено просто завались. Это вот еще раз покажу. Вот здесь. И молодая гусыня гнездо вела вчера. А сегодня, вот видите, старая. Нашла место где. Разве можно так? Вот индюшка пошла туда. Не ходи там, гусак. Не ходи. Не ходите, там гусак, а то он вам даст. Гусак очень борзый, не ходите туда. Ждем, друзья, когда гусыня слезет с гнезда, и эта парочка выйдет. Важных. Пока по-прежнему сидит. Степа сторожит. Сторожи, конечно, сторожи. Как обычно говорят, важный гусь. Важный гусь. Ha ha ha!
друзья, закрывают она гнездо. Ой. Один здесь радуется. Другой здесь радуется. Ну, веди, веди, драчун, веди. Герой. А где твоя хозяйка? Тщательно скрывает последствия. Иди проверь. О, зовет, зовет, ведет, ведет. Смотрите, ребят, смотрите. Вот она идет. Виновница торжества. Аплодисменты ей. Аплодисменты. Те-те-те-те-те-те-те-те. О, гордые такие. Гордые такие. Ребят, пойдемте смотреть. Что она там закопала? Так. Смотрите, видите? Тщательно, тщательно все закопано. Давайте пробовать раскрывать. Да, теплое гнездо. Ребят, теплое гнездо. Если здесь видно, смотрите. Вот оно лежит. Яйцо. Мы это яйцо забираем. Забираем. Почему забираем? Ну, потому что еще на улице зима-то. Если вот заметили, да, это вот одно гнездо, да, у нас. А здесь вот у нас второе гнездо. Вот видите? А здесь вот вчерашняя виновница. Видите? Молодая гусынька, немножко в крови, небольшое тоже яйцо. Вот. Мы тоже забираем. Это я вам показал, что наши гуси занеслись, и у нас новость. Вот это вот такая вот новость. А так мы вот закрываем оба гнезда, и потом будем регулировать. Значит, вчера неслась одна, сегодня вторая. И будем по очереди открывать гнезда для того, чтобы они там, они туда заходили и неслись. Вот они. Старая пара и молодая пара. Вот такая у нас новость в Тихом уголке. Так что, друзья, оставайтесь с нами, смотрите нас. И будем радоваться за них. Красавцы, ой, красавцы. Ой, красавцы. Всем пока-пока.